Всем здравствуйте. У меня сегодня давление, ребята, опять упало. Вчера было 140 на 70, а сейчас стала мерить, у меня 80 на 40 с чем-то. Я сейчас вам это видео покажу позже. И написала знакомой, я говорю, что сделать, голова разламывается, вообще не могу. И меня шатает в разные стороны. Она говорит, возьми пока соль в рот немножко. Сейчас немножко соли возьму. И говорит, сладкий чай крепкий. Кофе сейчас не надо пить, а крепкий чай сладкий. И это прям сильно сладкий, сильно крепкий, короче. Ладно, сейчас соль в рот возьму. Пока чай делаю, соль рассосать. Я не знаю, что такое стало. Я стала сильно скакать давление. То оно чересчур низкое. Меня штормит в разные стороны, только в путь. Тут у меня чайник заскакал, представляете? Бурду. То оно сильно низкое, то оно сильно высокое. И не, я даже не знаю, что в этих случаях-то пить надо, какие лекарства. Да, кстати, зашла я в магазин, взяла молоко домой. Дети попросили сыр, поэтому взяла российский сыр. Батон взяла. У нас тут пекари сами батон стряпают. Детям он очень понравился. И хлеб взяла, две булки. Ой, одну булку хлеба я взяла. Все. Потом что я взяла еще? Шейки куриные. И купила я еще... крылья куриные, упаковочку. Вот крылышки у меня здесь что по весу? 794 грамма на 169 рублей. А шеек 700 грамм на 66 рублей. Оставлю этого, разморозится. Я не люблю в лотках холодильник ложить. Я люблю разморозиться по пакетикам и тогда убираю в холодильник. Ладно, всем желаем хорошего дня, хорошего настроения. Меряюсь я давление, не могу, голова сильно болит. Вроде рано спать легла, а все равно. Восемьдесят один на 49. Сейчас опять пониженное стало. Ребята, всем добрый день, всем хорошего дня, хорошего настроения. Сегодня я осталась дома, не поехала помогать, потому что у меня сегодня опять упало давление. И очень сильно болит голова, но не в этом суть. У меня пришел сын со школы, я его просила сегодня зайти в Валберес, и что он у меня забрал? Так, вот это вот забрал. Тут соки, 18 коробочек по 125 миллиграмм. Эту коробочку, упаковочку я взяла за 200 рублей, еще давненько по акции, по скидке. И вот такие вот соки там. Срок годности у них все в порядке, до 22 года, до 01.22. Дети уже их пить начали, дети довольны. Вот такие вот соки деткам заказала. Пусть лежат, стоят, будут пить. Я себя вообще ужасно чувствую, у меня так голова болит. Знаете, давит на глаза очень сильно, видать, глазное, что ли, не знаю. И поэтому я сегодня никуда не поехала. Они мне позвонили попросить помочь. Я говорю, я сегодня не могу, я сегодня вообще плохо себя очень чувствую. Поэтому дома осталась. Оксаночка, сок вкусный? Бери, Катя, сок. У меня Катя уже с Оксаной со школы приехали. И вот только что Егора приехал. Остальные еще в школе и в садике. Ладно. Пойду чай пить сладкий. Всем добрый вечер. У нас вечер. Я взяла сегодня с собой велик, чтобы Ваню везти. И Оксана со мной идет, да? Ты где была? Так, поросеночек. Заморалась?
Вроде нет, повернись. Поверни спиной. Все, вроде более-менее. А то она гуляла на улице, так вдруг заморалась. Ладно, мы шагаем в садик потихоньку. Муж остался дома, кушать варит. Я себя, правда, не очень чувствую, но ничего, справимся. Мы решили, что он... Сильно открывай, сильно. Он готовит кушать, а я иду в садик. Погода чудесная. Шагаем. Смотрите, какая красота в садике. А где Марин? А вот Маринин. Вот Мариночкин. Да, они ракеты делали, космонавты все. Ё-моё. А тут бабочки это, да, Марина? Да. Бабочки красивые. Ну, это поделки все, что принесли тут. Это наше, ну. И Мариночка одевается. Тут скворечники они делали. Медвежаток. У Маринина уже медведя нету. Красота. Молодцы, ребятишки. Давай, давай, одевайся пеком. Все. Сейчас Марину заберем, пойдем за Ваней. Так, дорогие друзья, сходила ли мы с мужем в магазин? Что я взяла? Яблочек взяла деткам, взяла один грейпфрут. На зелень взяла укроп. Молока взяла. Ну, уже муж в холодильник часть убрал молока. Взяла опять деткам их творог, понравился им, и решила новые вкусы взять. Киви мы еще не пробовали, с курагой не пробовали, но с шоколадом пробовали. Вот такие вот три штучки взяла, в целом вот такие вот покупочки. Сижу, ребят, на остановке, сходила сегодня к эндокринологу, все дома расскажу. По пути зашла в магазин, кое-что купила, но дома тоже все расскажу и покажу. Сейчас еду домой. Дорогие друзья, пришла домой, в целом съездила в больницу. Что сказали в больнице? Поставили, сказали мне на ехать на биопсию, поставили меня на очередь, на запись. Когда очередь будет, не знаю, но позвонят, сказали, все, позвонят. И на какое число, как мне позвонят, я сообщу, когда и что и как. В целом, сегодня договаривалась, привезли мне молоко 3 литра. 3-литровую баночку молока привезли. Ну и я там по пути два машины. Зашла в магазин сразу в городе, чтобы мне не ходиться. Что взяла? Так, это туалетную бумагу. 5 рулонов, по-моему. Сейчас посмотрим, сколько. Ну, туалетную бумагу всегда нужна. Жвачки взяла 2. Чтобы сумки лежали. Курицу взяла 1. Но что-то нынче курица подорожала. 138 рублей стало за килограмм. Потом взяла на пробу снежок и ряженку. Так. И чеснок сушеный взяла, гранулированный. Маша положила здесь. И сейчас еще покажу, что взяла. Взяла, Маш, не шурши, пожалуйста, в бане губку. Какая-то губка купальная, антицеллюлит. У меня дети маленькие любят такими губками мыться, поэтому раз в месяц беру, меняю губку. Потом тряпочки, чтобы окна мыть, взяла. У нас проблема у Маши, у Оксаны, у Егора и у Маши, по-моему, запах ног сильно идет. Ботинки они когда снимают, у них запах ног. Я взяла вот такой вот спрей от пота, от запаха ног. Вот в целом, надеюсь, поможет. Ну, дальше жидкое мыло антибактериальное. Надо вот в эту маленькую бутылочку будет залить, чтобы антибактериальное было мыло. Также влажные салфетки, ну и женские принадлежности. Вот такие вот в целом все покупочки у меня. Так что теперь, дорогие мои друзья, не вздумай на стол ложить. Ждем мы результатов анализа по записи на биопсию, и придется в Пермь. Знаете, что мне сказали, что там надо будет находиться несколько дней для того, чтобы результат. Или же мне ездить, например, сегодня приехала, сдала, и через 2-3 дня мне придется приезжать туда за результатом анализа. Это прокататься, так, 2000, еще 2000, 4000 чисто на дорогу. Ну, там посмотрим, видно будет, может быть, как-то сможем побыстрее все это сделать. Там все уже на месте, будем узнавать. Маша, ты мимо пролила немножко. Какое-то оно желтое в этот раз. Хотя фирма одна и та же. Смотрите, у нас предыдущая была белая, а это желтое какое-то.
Потому что там зеленая, там синяя ручка. Вока. Ладно, пускай будет. И тут на днях подруга мне подарила вот такой вот кактус. За то, что, видимо, я помогала ей перевозить вещи. У меня такой кактус, мы как-то заходили в Пятерочку, просила Светлана. А тут мы увидели, а цены не было тогда, и нам сказали, что цены нет, поэтому не можем посмотреть цену. И вот нынче ехали в магазин, подругу увидала, взяла и подарила мне. Вот такой, иди вон туда на окошечко подальше, ближе к окну, поставь там. Так, ладно, я сейчас попью чай, мне надо идти уже в садик за мелкими. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Не болейте, это самое главное. Знаю, что будет сейчас спрашивать, как сегодня мое давление. Давление сегодня более-менее нормально себя чувствую, но голова все равно болит. Так, нормально. Сегодня хочу, если смогу вечером, блин, какой смогу. Сегодня у меня Оксане уроков много делать. Сейчас уроки надо буду, приду, буду уроки с ней делать. Хотела помидоры начинать пикировать. У меня абаканские хорошо взошли, вот такие вот где-то стоят. Ну, сегодня я покажу вам. Идем, ребята, мы с садика забрала Ваню. Ваня, скажи привет. Привет. Помахай. Иди, моя умница. И Мариночка. Марина, скажи привет. Привет. Да, зашли по пути в магазин. Печеньки взяли, да так по мелочкочи. И забыла, слушайте, что дома молоко купила и взяла, еще литр купила. Вот ворона я, голова болит, ничего не соображает. Ну ничего, молоко лишнего не бывает. Дети мои все выпьют. Сейчас дома будешь молоко купить. Творог ты хочешь? Дома творог есть еще, сейчас поедите. А мы идем потихоньку. Снег почти везде растаял. Ой, там какая-то чья-то кошка мертвая лежит, господи. Аж это, аж тоскливо на душе становится, когда видишь мертвых животных. Ладно, шагаем домой. И потом все покажем, что взяли. И будем с Оксаном делать уроки. Пришла с садика. Владика, ты что варишь, борщ? Да? Влад? Да. Муж варит борщ, а я покажу, что купила. Дети утром в школу идут чай с печеньками, чтобы пить. Взяла такие печеньки, потом Ваня увидел там сикоядные, кричал, печеньки с шоколадом какие-то. Это что? Это борщ. Потом опять такие печеньки, чтобы утром в школу идти могли... Есть. Ну вот молоко, про которое я забыла, что я купила молоко уже. И потом сладкую соломку немножко деткам взяла. И паштет вот такой вот мне продавщица посоветовала, решила попробовать. Так что-то паштет, ребят, захотелось. Взяла одну баночку, если детям понравится, то потом будем брать. Ну и одну белую шоколадку купила. Все, все мои покупки. Сейчас попью крепкий сладкий чай, чтобы мне полегче стало. И детям дам сок. Дети все ждут сок, который у нас пришел от Валберес. Дам сок и конфетки дам. Они каждый день у меня получают сок и конфетки. Ты брала конфетки уже? А Марина творог ждет, да, Марина? И сок. Ладно, и сок. Сейчас дам. Ладно, пошли мы кушать.